Хей, йоу, гайз, с вами Шамики, и мы продолжаем родить игру под названием South Park и Палка Истины. Короче, произошел у меня один казус, данный квест со спасением Твика. И если я не ошибаюсь, подождите, сейчас мы это проверим. Ага, задание. Крейгу буду поговорить с ним об игре. Картман, расскажите, как... процесс, точно. Я уже спас челика, который в школе остался, который показал фак, как вы помните. Поэтому. Это я еще не нашел. Шка. Нет, это тоже нет. Подожди. С монголом я еще не ходил. К бомжам. Насчет Иисуса я ходил, помню. Охотник. Не помню, а ну-ка. Нет. Ладно, поехали. Почему? Что произошло? Я начал битву с боссом. Да. Все солдаты прибыли для прохождения службы, великий магистр. Молодец, чему теперь все мои люди тут и готовы драться за Погодите, а где же фланг? Даже где мой вор? Да, кстати, где же Крейг? Его оставили в классе после уроков. Что? Он сказал... Это... Он показал дулю... О боже. Если он заперли нашего вора, у нас нет никаких шансов забрать палку. Нужно его вызволить. Эй, нет! Ни за что! После раз меня за что попало. Пусть чему рискнет. Чмо, ты должен вызвать нашего воришка. Да, ты не очкуй, я тебе без подмоги не отпущу, я тебя научу магию. Встретимся у учебного баркона. Так, настало время научиться тебе рёву дракона. Короче, да, битва с боссом была. И, так сказать, что произошло. Игра крашнулась. И крашнулась, получается... И видео. Ты держишься хорошо, Чима, но ты... Ну, чтобы победить, тебе надо уметь концентрировать всю мощь своих пуков. Очень важно применить магию против врагов и в нужное время и нужное место. Сейчас я тебе покажу, но сначала ты должен поклясться честью и храбростью. Ты не должен покляться, что никогда ни за что не будешь пукать на чьи-то яйца, хорошо? Надо пукать на противника, а пукать на чьи-то яйца считается плохо. Ты меня понял? Хорошо, давай начнем обучение. Чтобы сотворить заклинание рёва дракона, сначала надо очистить, а мысли затем сделать глубокий вдох, задницу проходу, вот так. А теперь пусто пробулькать внутри тебя и рёв дракона. Я покажу тебе еще раз. Сделай вздох, пусть побурчит, рёв дракона. Теперь попробуй сам, готов? Рёв дракона. Так, удержим. Найди частоту. Держи. Господи, это было замечательно. Можно позже 100 лет и так не услышать больше вас столь мелодично вызвучающего пердежа. Неужели пророчество сбывалось? Неужели драконорожденный наконец-то пришел? А теперь давай проверим твои навыки на настоящем враге. Эй, принцесса Кенни! Можно вас на секунду? Шш, не говори ему. Хорошо, по-быстрому, принцесса Кенни, старшему хочет вам показать кое-что. А теперь вы двое, деритесь! Старшему, покажите принцессе Кенни магические навыки, которые я тебе научил. Это было ржачно! Чувак, это было шикарно! Молодец, Саршмо, это было здорово! Спасибо, принцесса Кенни! Пока все. Неплохо, но, чувак, я говорю, на полную серьезно, никогда не делай ни на чьи яйцах. Ладно, серьезно. Ты научился рёву дракона, теперь тебе будет... Будет что? Блин, я не знаю, может перейти на оконный режим, чтобы... А Кенни поможет тебе в этом деле, чему? А теперь веди Крейга, и я тебя отдохнуть... Может мне все-таки в окошко попытаться это все сделать? Давайте я сейчас закончу запись, посмотрю, как в окне будет, и продолжим. Чтобы у меня не были потом никаких проблем. Чтоб я заново ничего не записывал. Хотя, блин, я не знаю. Ладно, давайте попробуем. Не, все-таки я, ребят, проверил. Там такой бред, там... Вот почему у меня игры некоторые лагают. Ну, именно фризят, потому что в окне оно, типа, показывает частоту, которая есть.
Это плохо, поэтому ладно, поехали. Хотя, стой, что у тебя есть? Я еще могу помочь, быть полезен. Давай по оружию. Так, у нас дохерища денег. Посох зимы. Подожди, я хочу сначала одну вещь проверить. Если это так, значит это так. Нет, подожди. Инвентарь. Так, это куплено. Шикарная катана. Дротики. Да, в принципе, да, все у нас есть. Вот только на перчатке нужно еще поставить что-то. 5 брони. Получить 2 очка помощи при нанесении тошнотворного урона. Каждая атака высасывает 10 здоровья. Вот это мне нужно будет поставить. Пока что тебя поставлю. Ладно, полетели. Кстати, нам же в школу надо. Нам же надо в школу. Поэтому полетели. Тимми! Главное, чтобы не улетало, значит буду почаще сохраняться. Блять, надпись. Спасибо. Крейг, ты наказан. Перестань же смотреть на свои часы. Ты застрял здесь на 3 часа, приятель. Понял. Плевать. Крейг, ты думаешь, твои друзья снова вытащат тебя отсюда? Меня зовут Фальсер, я вор 6 уровня, и люди скоро вызовут меня из этой башни. Нет, тебя зовут Крейг Такер, и тебя оставили в школе после уроков. Начни делай домашку. Все двери заперты, а дежурный работает сверхурочно, никто не спасет тебя. Крейг. Понял. О, боже, мне подсказки бесят вот эти. Эти, пускай там сейт, они не мешают, поэтому все нормально. Прошу прощения, но ученикам не положено находиться на территории школы до 7:30 завтрашнего дня. У нас строгий приказ. От Карсон Маки никогда не выпускать и не выпускать. Награды. Награды. Вещички. Ты нарушил закон школы, что... Блин, подожди, я мог с ним поговорить? Ты изучил рев дракона, так как теперь на очки оружия будут усиливать самаги. Нажмите клавишу C, чтобы увидеть зеленую... Ну, у меня вот, короче. На лице. Но мне нужно 40. А мне не 40. Ладненько, давайте тогда с ним быстро покончим. Дротики. Довольно мощное и лучшее оружие. Ваншот. Ваншот. Один выбыл из строя. Повторяю, дежурный был выбит из строя, всем дежурно прибыть на место. Черт побери. А вот и они. Они тебе не помогут, Крейг. Ты не выйдешь отсюда. Да, я уже выйду отсюда за считанные секунды. Осторожно, Шмо, в этом подземелье токсично. Многие веки это коридоры, и никем не охранялся, но злобные повелители. Маки собрал армию рыжих. А теперь его преступление скрывается в коридорах. Так. Угу, поехали. Черт, еще не может есть способ убрать эту защиту. Конечно, есть. Подожди. Сейчас мы все сделаем. Подожди, это что? Вези. Готово. Все враги, попавшие в подобалось рева дракона, короче, получают тошноту. Ты не найдешь через эту дверь, понял. Ты поможешь сдать прямо сейчас, я приспрошу ключ, и ты никогда не найдешь его в моей кабинете. О, черт. Окей, значит нам в его это... Среди этих безбашенных ублюдков есть еще один. Он сказал, что золотой ключ находится у него в кабинете.
привлекаем. Убиваем. Согласно легенде, существует дежурный шестиклассник с миллиардом... Так, веснушек, у которого... Зажив... Что? Так, когда-то не боёт никто, ясно. Хранители латунного ключа никогда не сдаются. Так, здесь, короче... Нам нужно, короче, приказать, но не ему, а другой. Мне нужна другая группа. Вот, Кенни. Давайте вот так. Баттерс, паладин, благородный воин, чистый сердцем и помыслом. Его святая сила позволяет сражаться нечистейшим и излечивать раненых. А когда на паладинных навыках недостаточно, на помощь приходит его альтер-эго Профессор Хаос. Вне боя Баттерса можно отдать в команду излечить раненых союзников. Кенни – прекрасная девица во всей стране. По крайней мере, он так себя называет. Помимо того, как Кенни не может долго оставаться мертвым, он еще и экспертный лучник и к тому же владеет королевской магией. Кенни можно отдать команду показать королевскую грудь, что отвлекает врагов как в бою, так и в остальное время. Выбираем напарника. Ну, окей, на него. О, вау, сиськи. Нужно взять. Нужно потрогать. Хотите, я покажу способность Кенни, потому что мы в основном будем с Баттерсом ходить. Да, наверное, покажу. Ну, видите... Блин, подсказки вот эти так бесят. Так, взять. Оп. Давайте я ему слабую атаку сделаю. А Кенни пускай покажут свои способности. Ну, допустим... Поцелуй заставляет врасплох врагов. Пушистые друзья, твоя красота очаровывает. Ну, давайте, ну что, мне в принципе... Бля. Давайте, друзья, жми на F и как можно чаще. Так, F это у нас вниз, да? Пойди, да. Ну все, я не мертв. Пробиваем. Я готова. Подождите, а что F у нас? Мы потеряли еще некоторых человек, и мы несем тяжелые потери. Черт, дежурный, пора бросить свои шуточки. Латунный ключ у него. Он типа драконорожденный. Теперь послушайте, ты дежурный. Сейчас не время играть в подземелье и драконы. Кроме того, он никогда не попадет внутрь, как и ему нужен золотой ключ. Чтобы достать золотой ключ, ему нужен серебряный ключ, понял? И даже если у него есть латунный ключ, то он все равно не пропустит так уровни. Ну, понял. Я хочу еще Кенни вам показать. Так, подожди. Хоп-хоп. Хоп-хоп. И скелетик. А где же это? Подожди. Вот здесь. Вот тут, охранники. Так. Давайте я способность сразу Кенни еще последнюю покажу. Ух, тихо. Ну, Кенни. Where's your hall pass?
Я твой пропуск, у меня его нету. Так, Кеннин, давай я, короче, просто делаю три слабых. Лезай свой поцелуй. И все. Окей. А хотя давайте я сделаю так. Кенни, покажи сиськи. Давай, покажи. Ну такое, ладно. А сильная та какая у тебя? Давай сильную. Ай-яй-яй, ладно. Да блин, я не успеваю, слишком сложно. Так, сбьем и давай снова. Я чисто не смог сильно атаку им использовать. Так, ладно, мне нужен баттер, сори. Я буду только с баттерсом ходить, потому что он имбовый. Ну, я его считаю имбовым. Ну так, приятель. Уф, я думал, мне капец, их там целая толпа, они слишком сильные, слишком рыжие. Может, серебряный ключ поможет тебе найти золотой, у тебя есть шанс сделать от удачи меня освободить. Так. Забираем все это дело. Забираем все. Доступно обновление. В смысле? Обновление чего? Ну здесь я выбираю вот этот. Прокачу. Очень надеюсь, что мы найдем тот золотой ключ, о котором мы говорили. Сейчас посмотрим. Осторожно, чему это логово Маки, один невероятный шаг, и мы окажемся. Золотой ключ, еще никто из людей не держал его в руках. Будем надеяться, если сил позволит ему открыть дверь в столовую. Угу. Так, а теперь мы сохраняем игру. Да, сохраняем. Снова запускаем серию и полетели. Но дальше ни шагу, незнакомец. Где твой пропуск? Главный дежурный. Нет пропуска? Тогда жди письменный приговор. Выговор. Ага, это босс. Удача схватки с боссом, молодой человек. Ну, неужели вы до сих пор думаете, что это игра? И вот когда он начинает, вот сейчас увидите. Вот он вызвал. Разрешается открывать огонь. Вот когда он начал вызывать своих этих, в этот момент и у меня все пошло по пизде, так сказать. Потому что... как вам так объяснить? Давайте напрямую. У меня просто крашнулась игра. Да, у нас ножик видели какой теперь. Так, способности. Баттер с молнией.
Еще. Ой, кровотечение. Плохо. Ай-яй-яй. А то, что он типа... Вот это юзает, ее легко сбросить с помощью удара по PayPal. И он, по идее, оглушается на два хода. Так, добавляем его. Хорошо, тот вздыхает от кровотечения. Ладненько, и этого мы просто дротиками закидываем. Он сейчас очнется, но он все равно пропускает ход. Все, изи. Я не недооценил вас. Так. Мне их жаль. Изи, минус босс. Так, ключ от шкафчика школьного этого. Это вот этот шкафчик. Булава регенерация. Так, здесь нам, короче, нужно... Так, подождите, это мы... Убираем как? После этого все... Так, ремни на все твои оружие будут удалены. Нет. Как снять? Ну да, наверное так. Так, хорошо, булава. Булава регенерации. Лечи себя. Наминая бока врагу. Это хороший предмет, он при идеальной атаке восстанавливает 10% хп. Единственный минус, что здесь один слот для него. Так, стоять. Три атаки тоже делает. Добавляет тошнотворный урон при идеальной атаке. 5 урона при... Так. При атаке оружием. Ну, мы можем, в принципе... А чем мы можем? Ну, я так пока что сделаю. А вот на дротике мы поставим тошнотворный урон. Или лучше плюс 5. 20 урона или по плюс 5? Я думаю, лучше пускай будет 20 урона тошнотворного, плюс это на определенное количество, ну, времени. Так, теперь здесь. Здесь больше денег. При исцелении получить 5 здоровья при каждом ходе в бою. Получить, так, при нанесении тошнотворного урона. О. У нас как раз тошнотворный урон. Так, здесь броня. Здесь у нас броня, если не ошибаюсь. Да, да. Получайте, получайте. Ладненько, пускай так будет. Каждая атака высасывает 10. Как-то так. Как-то так. Ладно, поехали. Эй! Твою ж мать, Крейг! Так, ты же наносит урон в течение некоторого времени. Спасибо, что ты вызвал меня. Пацан, кто ты? Как тебя звать? Ну ладно, подлеку-ка я кашну. Ты далеко не уйдешь. Так, ну все, в принципе, 25 друзей у нас. А это значит, что мы можем с вами прокачать друзей, да? Особый... О, сразу два. На чем мы остановились тогда? Максимальный запас здоровья. На двадцатник. Максимум запас очков... Каждый раз, как ты выполняешь магическую атаку своим оружием, ты...
силу. Так, повреждения. Угу. Враги наносят больше значения, меньше урона, когда твоя жизненная сила на исходе. Вот такие оружия ближнего боя наносят больше повреждений. Блин, я не помню, что тут лучше. Контракт на врага своей задницы, для этого нужен... А, вот, новый, да? Исцеляющий ветер. Каждый раз, как ты выполняешь магическую атаку своим оружием, ты восстанавливаешь здоровье. А могучий зад. Каждый раз, как ты выполняешь магическую атаку своим оружием, ты накапливаешь силу. Контрапук. Контрактный враг своей задницы, для этого нужна мана, но урон будет большим, чем от контратаки оружием. Контратака. Пук войны. Когда ты задействуешь волшебное оружие ближнего или дальнего боя, врагам наносится больше урона. Так, ладно. Нанеси дополнительный урон горящим врагам. Лечение. Враги, имеющие кровотечение, наносят больше урона. Угу. Раз как-то используется... А, снадобие целебное, да? Ну, в принципе, здесь либо это, максимум запас здоровья, либо вот это. Давайте. Давайте пока что так. Вернуться к Артману. Мы полетели. Вернемся к Артману. Что он нам расскажет? Господа, благодаря новичку, наша армия в полном сборе. По моему глубокому убеждению, новичкам заслужит повышение. Дабы почтить его заслуги, мы станем называть его, его чмом. Новичок, нарекаю тебя отныне... Сэр Чмо, поздравляю. Чмо. Сэр Чмо. А теперь пора забраться до того, принужден нам по праву. Почтовый воров вернулся с новостями. Палку Исина еще не отнесли в эльфийский лес. Она в руках Барда. Барда? О боже, только не Барда! Бард, темный эльф, 10 уровня, он околдовает врагу музыкой и уничтожает их. Ты готов продолжить обучение? Тогда бегом на тренировочное поле. Тычковый нож. У меня есть булава. Так, подождите, здесь только урон, да? При драке с кровью противника. Увеличивает максимальный запас здоровья. Идеальная атака и ослабляет защиту кровотечащих целей. А здесь что? Увеличивает максимальный запас здоровья. Идеальная атака высасывает 20 здоровья из стекающей крови. Ах ты ж, ё-моё. Ха. Или понижалка пускай будет. Понижалка... Блин, я не знаю, либо броню пускай прокачаем, но типа пускай будет. Это что? Да, здесь броня. 15 брони. Здесь увеличено 20 хп у нас будет всегда. И кровотечение, да, и мы будем высасывать. Здесь у нас что? Получайте больше денег. Здесь понятно, что... Блин, я не знаю. Сложно, сложно. А. Буду в своем пока что ходить. Потом, может быть, это дело изменим. Посмотрим. Я тебя научу магии дальнего боя. Это будет нелегко. Но вы не чары, спасу тебя в бою. Давай покажу. Я! Давай я покажу еще раз. Смотри внимательно. Теперь понял? Давай попробуй сам. Откуда, где стоишь? Сотвори заклинание и направляй его. Да, да! А теперь посмотрим, как ты справишься с настоящим противником. Эй, эй, эй! Мелкомсон, Мелкомсон, а можешь подойти и помочь нам? Не говори ему. Да? А, привет, Скотт, можешь быстрее в сторону тренировочный бой с Чмо? Защищайся! Чмо, сейчас!
Задействуй магию. Чувак, это было шикарно. Ты попал прямо в лицо Скотту. Ладно, Скотт, ты можешь идти по своим делам. Спасибо. Смотри, не заигрывайся сильно в бою. Чему? И никогда не нападай на... Что? На чьи яйца? Если на сообщении почтовый ворон верну, и Барт затаился в трактаре. Ржущий Ишак. Нам нужно отыскать его, прежде чем... Найдем Барда и перепадем в руки правосудия. Поспешим же... Ладно, давайте следующую миссию мы оставим на потом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.